Известного мультфильма. Том и Джерри – персонажи, в честь которого назван мультсериал. Старые друзья и враги одновременно на протяжении не одного десятка серий бегают по экрану телевизора с явно выраженными намерениями относительно друг друга. В этой игре вам предстоит управлять этими персонажами по очереди или одновременно, если вы играете вдвоем, и пройти 8 навороченных уровней, сражаясь со всевозможными врагами. Сумасшедшие охотники, бабки со вставными челюстями, осьминоги, взбесившиеся пылесосы и так далее. И совершить много подвигов на пути спасения своего друга Робина. Если у вас хорошая реакция, вы быстрее обладаете определенным навыком антилогического мышления, вы сможете пройти эту игру, хотя вам понадобится некоторая практика, чтобы одолеть хотя бы первый уровень. Вам предстоит преодолеть множество преград, пробиваясь по уровням к цели. Пес Спайк ненавидит вас и будет нелегко пробраться мимо к разрушающемуся дому. Внутри дома опасайтесь падающих люстр и горшков взрывающихся телевизоров, сумасшедших пылесосов и огромного металлического шара. Затем предстоит пробираться по заброшенным дворам и помойкам, проплыть по канализации, сражаясь со осьминогами, оказаться в горящем доме и многое другое. Создатели, кстати, не забыли и о потайных ходах. В игре закопано несколько бонусов, а также всяческих полезных вещей в секретных тайниках. В целом игра хороша, но долго в нее играть невозможно. Играя в нее, вашей личной целью станет поскорее добраться до конца уровня и взглянуть на следующий. Придерживаясь этой цели, вы мчитесь вперед, не затрачивая много времени на врагов, или вовсе их перепрыгиваете. Почему-то так вы сами поймете, играя в нее. Необычен сюжет и цели, поставленные перед игроком фирмой-разработчиком. В один из частных домов обычной американской семьи вселяется самое обычное привидение и начинает пугать и выживать членов семьи из дома. Вы играете на стороне привидения, и потому вы должны довести членов семьи до истерики. Делается это все очень просто. Вы вселяетесь на несколько секунд в предметы домашнего обихода, и они начинают оживать у всех на глазах. Детская машина просто скалит зубы, ковер покрывается пятнами крови, бензопила гоняется за членами семьи, из аквариума выныривают акулы, кухонный нож просто отрезает всем руки. Необходимо заставить членов семейства покинуть помещение, желательно, чтобы у них повысился пульс, застучали зубы или добиться падения штанов и юбок. За все эти пакости вам начисляются баллы. Рекомендую вам обратить внимание на эту игру.